Друзья, всем привет, с вами Корвит, мы продолжаем играть в Castle Story. Так, тут у нас что-то сломано, по-моему. Да, наш огород немножко покоцали, надо бы его отремонтировать и вообще пособирать весь хлам, который здесь разбросали маленькие вонючие големы. Так, значит, что мы берем? Мы берем швабру, кидаем ее вот сюда. Вот так все это дело собираем. Так, здесь у нас швабра висит, но тут собирают бревна. И бревна, по-моему, уже собрали. Да, бревна уже собрали, и это хорошо. А новых миньонов у меня... Я что-то нажал? Да вроде нет. Вроде нет. Вроде ничего не нажимал. Так, есть у нас все-таки новый миньон. Давай мы его тогда спавним. Забираем его отсюда. Давай, братец, вниз вот сюда спрыгивай. Винтонс. Маленький старина Винтонс. Так, ну и вот эту вот тему, конечно, починить не мешало бы. Вообще было бы прикольно вот это все разобрать и сделать как типа лабиринт такой из вот таких вот дощечек. Тоже было бы классно. Но, блин, это надо очень много досок на самом-то деле. А у меня досок, ну, я бы не сказал, что прям много. У меня достаточно много камня, от которого бы надо бы начинать избавляться. О, куда-то его перетаскивать. Может быть, как-то что-то делать с водопадом. Может быть, как-то здесь добавить еще квадратиков. Блин, я хочу, чтобы оно смотрелось симметрично. Если я буду добавлять сюда всякие лишние каменные части, оно будет смотреться не очень симметрично. Ну, как-то вот так, например, можно это сделать. Как-нибудь вот так, например, это можно сделать. И, скажем, что-нибудь вот тут в центре тоже можно вот таким образом наворотить. В центр... А, в центр не получится еще один поставить. Ням-ням-ням-ням. О, отлично, точно, лестницы можно вот так сделать. Во, вообще супер получается. Мне нравится. Давай, подтверждаем все это дело. Пускай строят. Немножко от камня тогда мы избавимся. Ну, вообще, как бы по складам что-то не очень все здорово. Давай, наверное, да, действительно, займемся лабиринтом. Попробуем сделать вот здесь прикольный и красивый лабиринт. Только для этого нам надо сначала поломать вот это все, что мы здесь настроили. Блин, как это жалко все ломать. А есть у меня какая-то штука для ломания именно? Нет, есть штука для ремонта. А штука для ломания — это у нас кнопка Ctrl. Судя по всему. А, ну вот это можно оставить. Вот эти, кстати, можно оставить. Можно сломать только вот эти вот рога. Тик, тик, тик. Так, пускай они идут, наверное, пока ломают то, что я применил, а мы продолжим. Сюда, сюда. Немножко поговорю с вами, ребят, по поводу игр, которые будут выходить в ближайшее время. Сейчас жду, когда наконец-таки World Box выйдет, новое обновление. Его все пытаются выпустить, и все никак. Вот, ждем Super World Box. Потом, я еще на прошлом ролике по эволюции спрашивал вас, хотите ли вы прохождение по Dawn of Man. Dawn of Man же, напомню, называется. Про каменный век. Вот, что-то вы как-то там неактивно мне об этом написали. Напишите мне в комменты под Castle Story, поддержите ли вы меня, если я буду начинать новое прохождение Dawn of Man. Ну и также стримы, тоже очень хочу провести в ближайшее время стрим, но... Так, сейчас 5 сек, ребят, у меня наушники разряжаются. Так, я здесь. Значит, стрим хочу провести в ближайшее время. Не знаю именно когда, может быть, на этих выходных. Стрим хочу провести либо по Albion Online, либо по... как же эта игра называлась? Humanity, по-моему. Человечество. Кажется, как-то так. В общем, игрушка, которая очень похожа на цивилизацию. Вот, но опять же, если вы меня поддержите, если вам вообще нужен стрим, может, вы скажете, нет, Корит, стрим нам не нужен, давай нам вот там Castle Story, и все, и хватит. Вот, что еще будет у нас в ближайшее время? Еще будет Grim Knight в ближайшее время, вторая часть, которая, да, мы смотрели на демку. Там уже вышла полная, ну, не полная версия, но я имею в виду не демо-версия, скажем так, да. Так, а здесь, подожди, а еще вот эту тоже надо нам сломать.
Вот, вот это тоже надо сломать. А почему она не ломается? Ее же типа здесь нету. То это очень странно. Почему она не ломается? А, вот, все. Вот так можно ее сломать. Давайте кто-нибудь пошустрее ее сломайте, пожалуйста. Кто-нибудь там самый шустрый. Кто у нас самый шустрый? Кто пойдет ее сломает? Чуть никто не хочет ее ломать. Maybe кто-то? Maybe хоть кто-нибудь? Нет, никто не хочет? Так, ладно. Значит, это мы убираем. Это мы убираем. Здесь у нас что строится? По-моему, ничего здесь не строится. А, вон там вот сзади квадратики строятся. Ну, пока тоже можно отменить. Здесь у нас вот эта тема. Пока никто сюда не бежит. Я, кстати, не знаю, почему. Может быть, потому что там ничего и нет. Поэтому туда никто не бежит. Может быть. Так, ну у нас идет сейчас прокидочка. В целом неплохо. Держимся. Арбалетчик держится. Хотя камнями по нему закидывают. Големы стали уже глянцевыми. Воу! Вот это плохо. Вот то, что здесь сейчас наверху происходит, это плохо. Блин, там минус один кристалл. Добейте, добили, отлично. Добейте, добили, отлично. Так, здесь у нас что происходит? Потихонечку, потихонечку, потихонечку раскидуля. А! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Плохо, он фулл хпшный. Он фулл хпшный. Кто-нибудь сюда бегом. Просто бегом. Тут сейчас будет заход к нам. А, нет. Захода не будет. Но я думаю, что танка здесь не мешало бы оставить. Ну и, наверное, тогда арбалетчики там стоят. Давай сделаем лучника. Кто там? Где-то один кто-то там копает. Големы стали глянцевыми. Это значит, что, ну, типа, очень много прошло волн. Сейчас у нас была 31-я волна. Вот. И они стали немножко посильнее, чем были до этого. Так. Значит, швабру делаем. Швабру сюда. Убираем вот это все дело. А вот, и давай тогда еще вот этих блоков наставим. Сделаем такое некое подобие лабиринта. Чтобы големы либо залазили наверх, либо оббегали всю эту песню. А, значит, как-то... Допустим, если вход будет здесь... Вот так вот это все будем обкладывать. Не знаю, могут ли они проходить вот здесь между. Наверное, могут, поэтому я лучше это все заставлю сразу. Застрою. Заставлю, застрою. Вот, то есть вот так вот они будут идти. Потом сюда будут пробегать. Здесь будут останавливаться. Тихо, подожди. Да, конечно, досок надо будет очень много на эту вещь. На этот лабиринт. Но это будет первый в мире деревянный лабиринт, построенный в Castle Story. Ну, как и лабиринт. Коридор, скорее, да? Но в любом случае эта штука должна работать. Как-то... Ну, как-то вот так получается тогда. Как-то вот так. А, вот здесь, наверное, стоит тоже это все позакрывать. Вот, это будет первый ряд. Я не знаю, нужно ли будет строить второй ряд. Я надеюсь, что нет, но посмотрим. Так, значит, доски там тащат. Что у нас по бревнам? Бревен на самом деле не так много. Доски бы, наверное, тоже стоило бы сделать. Давай сделаем доски. Так, а окна в доме в нашем в сарае построили, да? Все отлично, свет там горит. Кстати, по поводу света сразу время ставим. Вот так. Окей. Так. Ну, потихонечку стройка идет, конечно. Потихонечку, потихонечку. Но досок надо будет очень много на все на это дело. Так, ну давай тогда, раз уж нам досок надо будет очень много, давай тогда пойдем пособираем еще немного леса где-нибудь вот в этой области. Ну, или можно дособирать, допустим, лес, который вот здесь. Почему бы и нет. Вот, как-то так. А, значит, вот, по поводу... Чего я говорил? А, по поводу Grim Knight второй части. А, значит, будет тоже прохождение. Не знаю, понравится вам или нет. А, кто смотрел первую часть... Вообще, первая часть у меня на канале очень сильно зашла. Очень сильно в свое время пробустила мне просмотры.
Вот, поэтому вторую часть тоже я хочу сделать. Она уже более интересная, она уже такая, знаете, с элементами менеджмента. Вот, ну, кто не смотрел, посмотрите, у меня на канале Grim Knight первая часть, там порядка 15, по-моему, выпусков. Достаточно прикольная игрушка, а вторая часть поинтереснее даже будет, чем первая. Значит, Grim Knight будет скоро, будет World Box, будет Tycoon. Перед Новым годом должно выйти тоже большое обновление, будем надеяться, что оно выйдет. Также еще будет пара новых выживалок, они у меня уже скачаны, установлены. Все жду, когда я смогу, когда мои руки до них доберутся и я смогу сделать обзор. Вот, что еще, значит, там будет интересненькое. Будет парочка рекламных интеграций еще. В общем, достаточно интересно будет перед Новым годом. Много чего. Игры прям что-то перед Новым годом повыходили огромными пачками. Вот. Я сейчас немножко занят в плане того, что у меня очень много работы. И плюс еще там по здоровью тоже ездю постоянно по больницам. Вот. Но всегда стараюсь для вас записывать видосы. Ну вот, так что я думаю, что все будет окей. Хотелось бы очень провести стримы. Хотелось бы, чтобы вы пришли все на стрим, потому что стримы что-то как-то не особо, конечно, у меня ну, не особо вы, конечно, приходите всегда на стримы. Вот, давай, здесь мы тоже сделаем тогда бревна. Значит, где у нас? Вот они, бревна. Вот это мы дозастраиваем, скажем так. Их надо дозастроить. Вот это все нам надо вот так возвести. Вот. Вот так будет хорошо. Все. А, блин, а бревен-то надо будет очень много, да, на все на это. Ну, блин, я надеюсь, хватит. Давай я, наверное, пока поставлю шахту. А, или шахта все уже? Подожди, а шахта все, что ли? Ну, как, такое впечатление, как будто да. Как будто шахту уже там всю выкопали. Ну, тем более, там сейчас 0 человек, так что я думаю, что шахтой уже закончили. Ладненько, давай тогда... У нас кто-то посвободнее есть? Нет, вроде как все заняты сейчас. Все чем-то заняты, все что-то... Все где-то что-то бегают, где-то что-то ищут. Так, ну вот такой получается лабиринт. То есть здесь вот они, по идее, должны заходить, бежать вот так, змейкой, да? Вот, и пока они этой змейкой будут бегать, мои кристаллы будут по ним накидывать. Я надеюсь, что это будет именно так. То есть, если, например, они не будут бежать змейкой, они в любом случае будут перелазить. Можно не шуметь? Они будут перелазить, и это тоже будет тратить какое-то большое... они будут тратить на это какое-то большое время. Значит, еще. Я хотел, наверное, построить все-таки второй какой-то уровень. Этих блочков. Давай посмотрим, из чего мы можем его сделать, чтобы было... Я могу, например, сделать... Знаешь, как? Например, как-то... Блин, подождите, парни, бегите отсюда. Все. Все. Валим отсюда, валим. Так, идем, переодеваемся. Я думаю, что лучники нам пригодятся. Так. Кто там у нас еще посвободнее есть тоже в лучника переодеться? Не-не-не, парни, вы сюда. Вы отсюда уходите. Уходите отсюда. Кроме арбалетчика, ты стой. Блин, уходите. Не выходите сюда. Закрываем дверь, чтобы они сюда не выходили. И смотрим, что эти маленькие глянцевые големы будут делать с моим лабиринтом. Но они стали перед входом, смотри. Так, будем следить за действием большого голема. Он зашел, идет змейкой. Змейка идет. Здесь, правда, идет поверху. Просто упал, споткнулся и умер. Бывает. Так. Ну, вроде как змейка работает. Они очень странно как-то ходят по ней. Прям максимально странно. Такой голем. Ой, вонючка. Так, этого тоже добивать. Все, это был последний.
Отлично, наш лабиринт работает. Я, правда, не совсем понял, как именно он работает, но все вроде бы нормально. Так, швабру ставим. Здесь тогда очистим сейчас все это дело от камня. Что еще у нас тут? По бревнам. Бревна еще валяются. А, бревна тоже, я думаю, стоит пособирать. Ич. Вот таким образом. Оп-оп. Так, готово. Я не знаю, стоит ли закрывать здесь лабиринт. Наверное, стоит, потому что в любом случае они будут его ломать. Ну, типа, даже если они будут его ломать, это тоже трата времени, которое они будут делать. Поэтому... Я думаю, стоит. Как-нибудь, может, вот так поставить. Я не знаю, там дотянется, не дотянется. Ну, если нет, ничего страшного. А здесь, значит, у нас как будет обстоять дело? Вот так мы сделаем. И... Не, подожди. Блин, уберите кто-нибудь эту фигню. У нас еще один миньон, уже 21-й. 21-й миньон. Так. А чё никто ничего не делает? Чё, у нас досок? Нет, досок полно. А, дверь закрыта. Сорян. Извиняюсь. Мой косяк. Так, арбалетчики. А, лучники, лучники, лучники. Давай лучника сюда. Этого лучника сюда. Там еще один есть у нас лучник. Еще одна возможность сделать лучника. Но у нас нет пока свободных миньонов. В целом все пока заняты. Ну, хорошо. Раз уж заняты, так заняты. Так. Давай тогда дальше пока. Займемся. Где эти доски у нас? Вот эти доски. Так, тут уже сломали. Все хорошо. Значит, тут мы строим, получается, на... три этажа вот таким образом. Здесь тоже на три этажа. Очень странный будет, конечно, все это дело. Все это дело выглядеть, но окей. Пускай будет так. Значит, здесь у нас будет стоять вот так. Закрывать это все. Здесь будет вот так все это тело закрываться. Здесь... подожди. Да что ж такое-то? Вот. Так будет закрываться, и здесь тоже будет, наверное, закрываться как-нибудь, ну, как-нибудь, наверное, вот так, я думаю. Постараемся сделать из этого лабиринта что-то красивое. Так, подожди, не сюда. Да, чтоб тебя. Вот сюда. Вот, теперь, вот такие штуки мы кидаем вот здесь. Это будет что-то вроде стен деревянных. То есть такой большой деревянный забор. А, блин, тут посередине надо что-нибудь намутить, да? Посередине нужен блок. Вот так вот надо, чтобы было. А, ну так, ну ладно. Придется потратить часть лишних досок. Пускай идут сейчас все это дело строить, а мы пока продолжим. Здесь тоже, да, видимо, надо будет по центру еще одну кинуть, да. Тоже по центру еще одну. И здесь тоже вот так я еще не сделал. Все. И вот это все потихонечку закрываем. Такой, получается что-то типа загона. А, я, кстати, не продумал. Ай, блин, подожди. Я не продумал одну вещь. Кристаллы-то не смогут нормально по ним стрелять, поэтому слишком высоко, я думаю, не надо делать. Давай мы вот это, наверное, вот так уберем. Я думаю, что слишком высокий забор, это будет гиблое дело. Как-то вот так. 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 Вот. Так. Здесь закроем. И здесь тоже закроем. Также здесь. Сюда. Я это делаю скорее ради декора, а не ради какого-то профита. Поэтому просто ради красоты. Оп. Оп. И здесь тоже немножко позакрываем. Так. Так. Так,
Вот здесь можно еще закрыть. Вот здесь тоже можно закрыть. Вот здесь можно закрыть. Все. Вот так вот, мне кажется, это будет выглядеть, ну, как минимум, прикольно. Одна минута у нас осталась. Значит, отсюда швабру мы убираем. Здесь нам швабра не нужна. Что там по доскам? Ну, доски есть еще. Пока есть. С бревнами есть небольшая проблема. Можно вот здесь, наверное, доколупать немного дерева, которое у нас осталось. Вот это дерево, мне кажется, его можно доколупать. Также из этих бревен потом сделать доски. И отправить их на лабиринт. Ну, так потихонечку получается что-то такое прикольное. Я надеюсь, что это не особо помешает стрелять кристаллом. Такое интересное разнообразие. Так. О, блин, два бревна улетело. Ну, этого стоило ожидать, на самом деле. Когда рубишь деревья вот так вот возле края земли, обычно они падают вниз. Это, ну, типа стандартная практика. Так, там у нас все уже, да? Осталось 0 секунд. Големы на нас уже напали. Поэтому нам надо сейчас пацанов отсюда уводить. Дверь вот эту закрывать. Нет, подожди, один остался. Почему ты не ушел? Мелкий глупец. Уходите отсюда, уходите. Вас же убьют. Да не иди ты сюда. Какой-то ужас. Непонимающие големы какие-то. Так. Здесь прошли мимо, это хорошо. Смотрим. Ну вот он просто идет, получается, по лабиринту. То есть прошел его полностью. Правда, успели, к сожалению, заспауниться големы. Но я думаю, что ничего страшного. Здесь закрываем дверь, а здесь дверь открываем. Вот, и наш танк выбегает драться. Так, подожди, нет, опять. Так, воу, маленький живи. Вот этот гад мне не нравится здесь. Ага, он там сделал, он там пытается сделать подкоп. Смотри, что ты, слишком толстый, не можешь здесь подлезть? Такой голем. Так, босс, давай, разбирайся с ним. Да, к сожалению, кристаллы вот здесь вот не дотягиваются уже. Крайне печальная ситуация получается у нас. Так, ладненько, друзья, на сегодня тогда закончим. В целом, лабиринт получается неплохой. Надо его еще тестить, но я думаю, что будет прикольно. 33-я волна, у нас уже очень много. А пока живем, пока все хорошо. С вами был Корвит, не забывайте, друзья, про подписки, про лайки. Всем удачи и пока.